Черный орех, он хорошо изучен в Америке, особенно Хилда Кларк. Опыт большой имеет в лечении. Она 20 лет изучала черный орех, написала толстую книгу, которая так и называлась «Неизлечимых заболеваний нет». Хилда Кларк. И она привела в этой книге почти 200 примеров людей, которые излечились с помощью настойки черного ореха. Эта настойка у нее называлась... Тройчатка у нее называлась. Туда входили и полынь, гвоздика входили. Но основное все-таки действующее вещество – это черный орех. В России черный орех изучали в институтах научных и доказали, что черный орех имеет и в своем составе юглоновые вещества. Там даже можно сказать их 7 веществ. И все, каждый из них, какую-то определенную направленность помощи лечения онкологических заболеваний.